пожарную охрану города-курорта Анапа, участились телефонные звонки от руководителей предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей с информацией о том, что к ним обращаются неизвестные лица, представляясь работниками пожарной охраны или сотрудниками государственного пожарного надзора. Предлагают справочную методическую литературу и обучающие диски. Мотивируют это тем, что грядут проверки с работниками прокуратуры. От имени руководства Анапского гарнизона пожарной охраны официально заявляю, что эти люди никакого отношения к работникам и сотрудникам пожарной охраны не имеют. Поэтому прошу руководителей всех предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей при появлении таких неизвестных, неустановленных лиц требовать от них удостоверения и проявлять бдительность.